Сказка «Три поросенка». Жили-были три поросенка. Самый маленький Ниф-Ниф, самый средний Нуф-Нуф и самый старший Наф-Наф. А все, я-то не баловалась. У-ху-ху, 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 у-ху-ху. А когда похолодало, они вспомнили, что нужно строить дом. А самый ленивый, Ниф-Ниф, решил построить дом мясором. И за один день Ниф-Ниф построил себе дом из соломы, легся спать. Нуф-Нуф был не таким лентяем, как его брат, и построил себе дом из веток. И тоже улегся в него спать. А самый умный старший брат Наф-Наф сказал: так дома никто не строит, и построил себе каменный дом. И пошел в него жить. Увидел он домик Ниф-Нифа и подошел к нему. Подошел он к домику и стучит. И говорит: открывайте двери. А поросенок испугался, задрожал и говорит: нет, нет, не открою. И тогда волк набрал больше воздуха и дунул на домик. И разлетелся по всем сторонам. Испугался Ниф-Ниф и побежал к своему брату Нуф-Нуфу. Забежал он в дом к Нуф-Нуфу и стал там жить. Нуф-Нуф говорит: не бойся, братик, волк сюда не зайдет. И не тут-то было, и волк подошел к домику Нуф-Нуфа. Волк подходит, стучит в дверь. Открывайте двери. Братья задрожали от страху еще сильней. Волк тогда постучал еще раз. Открывайте двери. Но поросята сидят тихо, не открывают двери. И волк набрал больше воздуха и как дунет. И разлетелся по всем сторонам. И поросята убежали к дом Нуф-Нуфа. Волк подходит к каменному домику и стучит. Открывайте двери. Ну, поросята сидят тихо и не открывают двери. Тогда волк стучит еще раз.
открывайте двери. Но поросята сидят тихо, не открывает. Тогда волк набрал больше воздуха, и как дунет, а домик не разлетается. Тогда волк набрал еще больше сильнее воздуха и дунул сильно-сильно. А домик опять не разлетается. Тогда волк решил забраться в домик через трубу. Ну, Наф-Наф понял, что волк хочет сделать, и подпалил печку. Ну, когда волк спускался в трубу, он подпалил хвост. И как пуля вылетел на улицу. И с тех пор волк в домик поросят никогда не приходил. И поросята выбежали на улицу от радости и начали петь песенку. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты бродишь, группы волк, группы волк? А вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. А следующая будет сказка «Лиса и Рапоть». Всем пока-пока.